Владивосток присоединился ко всероссийской социальной акции «День соседей». Веселый праздник состоялся на Авроровской, 17. Каждый здесь нашел занятия по душе, а кто-то и новых друзей. Это уже стало для нас доброй традицией отмечать праздник «День соседей». Вот, обязательно будем отмечать и другие праздники. Как раз праздник нужен для того, чтобы соседи наконец-то вышли из квартир, познакомились, если кто-то не знаком, подружились. В уютном дворе расположились интерактивные площадки, фотозоны, выступили творческие коллективы. Детворе не давали заскучать веселые скоморохи. Ребята активно участвовали в беге в мешках, перетягивании каната, эстафетах с обручами и ложками. Юлия Ракоцкая, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.